матч, я думал, что они не столько забьют, но 7-0 это очень удивительно. Тем более, как они в этом сезоне играют. Но, так, ушел Рамос, пришел обратно Вилозу. Играют тогда уже получше. Больше запомнился дубль Алана Уси. Ну, защитник просто. Играет только второй сезон и сразу там дубль забил. Эмоции, конечно, неповторимые. Я бы, конечно, в начале игры такого никогда бы не подумал. Я думал, выиграют, конечно, 2-0, ну, 3, может быть, у вас такого нет. Команда, конечно, молодец. Это, наверное, за все прошлые неудачные матчи. Эмоции шикарные. Ребята стараются, молодцы. Делают все для радости болельщиков. Молодцы, супер. Вперед, ребята, только вперед. Как говорится, вперед к победе, вместе придем. Мы всегда с вами.